Эту площадку на крыше 4-й городской больницы долго не могли ввести в эксплуатацию. Не было разрешения на использование воздушного пространства. Теперь, когда все вопросы решены, случай не заставил себя долго ждать. Первым пациентом и одновременно пассажиром вертолета санавиации, следующего из Сочи в Краснодар, стал Александр Сбукарев. Он 20 лет назад перенес операцию по пересадке почки. И вот сейчас произошло осложнение. Ему понадобилась срочная помощь, которую могут оказать только специалисты краевой больницы. Радуюсь, конечно. Я должен был в Краснодар ехать 20 октября туда. А видите, теперь получилось быстрее. Сочинские врачи связались с коллегами из Краснодара, объяснили ситуацию, и им на помощь был выслан вертолет. Причем транспортировка с крыши одного лечебного заведения на крышу другого происходит на курорте впервые. Что же касается Краснодарского края, санитарная авиация была создана как таковая в нынешнем представлении 2,5 года назад. Благодаря усилиям губернатора края и правительства был специально для медицинских целей закуплен современный вертолет, оборудованный новейшим медицинским оборудованием. И вот уже на протяжении 2,5 лет он летает между лечебными учреждениями, спасая жизнь многим пострадавшим и больным. На крышу вышли врачи, чтобы понимать, как работать, если придется постоянно иметь дело санитарной авиации. Под руководством коллег из Краснодара больной был оперативно погружен в вертолет. Там есть все необходимые системы жизнеобеспечения для подобных пациентов. Пилоты, помимо того, что ведут машину, также всегда задействованы, если надо, в помощи своим пассажирам. У нас около 8 человек, мы работаем посменно, видите, мы по 2 пилота работаем, чтобы обеспечить наибольшую безопасность для наших пациентов, потому что им нужна помощь и так уж. Вертолет практически не простаивает, бывают дни простое, но практически не простаивает. Так вот, нас сейчас еще ждет рейс, по-моему, в Славянск и в Ейск. За время работы вертолета санавиации Краснодарского края было спасено более 500 жизней. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.